Левый боковой, две ноги контролируй тебе. Оттягивай. До конца. Ахмед Усманов, Россия. Обладатель кубка Ивана Ерыгина. Тяжело удалась победа эта. Да, если честно, очень тяжело было. Финальная схватка, очень устал. Фух, настраивался на все 6 минут. Тяжело было настроиться с этим парнем. Мы очень близко дружим уже много лет. И очень тяжело. Даже мы перед схваткой разминались вместе. И очень тяжело было. Он мою борьбу хорошо знает, я его борьбу хорошо знаю. И вот поэтому такой счет был равный, мог любой выиграть. В прошлом году он меня выиграл, в этом году я. Очень престижный турнир, я ее второй раз выигрываю. В 21-м году тоже я становился чемпионом. Ну, такой хороший престижный турнир, организация хорошая. Ну, так как с такой ситуацией, ну, он раньше был как отборочный на чемпионат Европы. А сейчас в этом году из-за этой ситуации так еще неизвестно, нас допустят или нет. Поздравляю с победой. Можно сказать, ты тоже подтвердил свое лидерство в России в этом месте. Спасибо за поздравление. Да, очень приятно. Ну, как ворваться в лидеры. В прошлом году, начало года, я Рыбинский чемпионат России. Ну, был такой маленький спад, даже не вошел в призеры. И после этого уже на Спартакиаде, начиная, уже начал призеры входить и уже потихоньку возвращать лидерство. Расскажи про схватку с Хаджимурадом Алихмаевым. Я видел, что вы вместе и разминку проводили, и сейчас боролись. Ну да, с ним очень тяжело бывает настраиваться. Мы и на России в 2020 году встречались в финале. И сейчас, ну, мы очень хорошо дружим, в одном зале тренируемся, постоянно вместе, ну, очень тепло, очень хорошо дружим мы. И очень тяжело бывает против друг друга настраиваться. Он мою борьбу хорошо знает, я его борьбу хорошо знаю. Ну, встречаемся на соревнованиях часто, и поэтому чуть тяжело было. А ты в который раз в Красноярске? Ты здесь выигрывал, не выигрывал? Я в Красноярске 6-й раз, 3 золота, 3 раза без медали уехал. Каждая вторая поездка золотая у меня. Качели, да, такие? Да. Следующий раз пропустишь? Нет, в следующий раз, я думаю, приехал на Миньяшвили, может, и потом и на Ярикинске. В следующем году хочу сделать такой ход. У тебя весовая категория до 79 кг, в принципе, уже есть знаковые результаты. Может, пора в олимпийский вес сунуться или 74? Или олимпийский, ну, хочу я 74, не знаю, думаю, тяжело. Я года два пробовал 74 гонять, но тогда у меня было даже чуть-чуть поменьше веса, чем сейчас. Было тяжело, можно одну-две хорошие схватки выиграть, но 74 там... Каждая схватка, да, как финальная, там гонять, как у меня, например, 83 килограмма, килограмма 9 гонять, и 3-4 схватки хороших делать очень тяжело. А подняться 86? Подняться хочу, но не знаю, ну, ближе, ну, сейчас с этим положением, не знаю я, если положение там поправится и нас допустят, уже, может быть, попробую на 86. Сейчас очень сильно даже уже начинают обсуждать на ПВЛ твое возможное противостояние с тем самым иранцем, который потихонечку выигрывает у всех знаковых людей из 74 килограммов. Что думаешь про это? Ну, было бы интересно, да, он и Кади Магомедова выигрывал, и Джордана Бароуза, также и Заурбека Сидакова. Ну, было бы интересно, хотел бы попробовать с ним свои силы.